Утренняя прогулка с его божественной милостью Аче Бхактивиданте Свами Прабхупадой. 7 марта 1976 года в Майпуре. Харидайнанда, они гордятся своим знанием. Какое у них знание? Нонсенс. У них есть оно? Бхагаван, они пытаются доказать, что чувственное наслаждение — это правильно. Но где чувственное наслаждение? Когда природа вышвыривает вас, где ваше чувственное наслаждение? Но это относительно. На самом деле, по сравнению с обычным человеком, гораздо более разумный. А в чем его разум? Он думает, что я знаю столько всего, а остальные люди не знают все это, поэтому я лучше их. Птицы и звери, они знают много вещей, которых вы не знаете. Есть много птиц и зверей. Но они не могут этого объяснить. Вы тоже не можете этого объяснить? Как вы это объясняете? Все это чушь. Я могу объяснить. Возможно, наверное, возможно, это так. Что это за объяснение? Ну, обычный человек не бросает этому вызов. Обычные люди глупцы. Но зачем мы должны это принимать? Если бы они действительно могли это объяснить, не было бы столько неправильного. Если бы они действительно могли объяснить, не было бы столько неправильного. Их объяснение — причина больших проблем. Но они говорят, когда мы говорим, что все делает Кришна, они говорят, но это тоже возможно, может быть. Нет, у нас есть свидетельство. Ахам сарвася прабава. У нас есть свидетельство. Но мы не принимаем их свидетельство, они не принимают наши. Вы не принимаете наши, зачем я принимаю вас? Если вы меня не принимаете, зачем я вас должен принимать? Почему вы становитесь авторитетом? Тогда они говорят, уходите, все. Мой вопрос в том, что почему они становятся атеистами? С таким ограниченным знанием, эти так называемые ученые, они вынуждены становиться атеистами. Если они становятся атеистами, то они не могут играть больше свои игры. Идея в том, что как только вы признаете, что есть Бог, исследование приходит конец. Если они говорят, что Бога нет, значит, они могут делать исследования. Они могут продолжать вас одурачивать. И брать деньги. Но стоит вам перестать давать им деньги, не будет никаких исследований. Они будут голодать. Потому что Кришна. Однако из примеров в ведических текстах мы видели, что вот вишвакарма, аюрведическая медицина, возможно ведь занимать это в архитектуре, в медицине, в такой деятельности, не будучи атеистом, то есть, возможно, они просто ученые, но они просто демоны. Асурам бхавам ашрита. Да. На самом деле их мотив — наполнять животы. Могаша, мога кармана. Бхагаван, на самом деле они завидуют, потому что они говорят, что нет высшей личности, которая управляет всем. Но с другой стороны, они сами хотят стать этой верховной личностью и управлять всем. Они не могут. Это просто вопрос зависти. Как звали того демона, который получил благословение от Господа Шивы? Стоило ему коснуться челюба головы, она разлеталась на куски, и он хотел это опробовать на Господе Шиве. Обрыв записи. Когда человек завидует Богу, то постепенно он начинает завидовать всем. Сидда Сварупананда. То есть, если я завидую другим, это отражение моей зависти к Кришне? Да. Если я гневаюсь на других, это потому, что я также гневаюсь на Кришну? Все начинается с Кришны. Матах сарвам правартате.
Где твой друг? А, вот он. Шиваджвара. Хорошо. Обрыв записи. Джая Прабхупада Хари Бол. Говорит о детях. Они не прикоснутся, пока я не дам им, и они довольны даже одним зернышком. Они не хотят больше, но постоянно просят. Сложи руки. Они быстро заводят дружбу со стариками. Обрыв записи. Это очень легко. Вы можете в любое время пойти в любом месте разложить эту раскладушку и можете спать. Такая индийская система. Раскладушка или такая кровать, сделанная из веревок. Она занимает мало места, вы можете 50-60 штук их складывать в одном месте, хранить. И ночью просто доставать, и где угодно вы можете их раскладывать и спать. Очень легко. Если возьмете уголь и будете его мыть, он все равно будет черным, останется черным. Он не дает себя мыть. Он никогда не приходит в храм. Уголь, сколько бы вы его с мылом и с другими моющими средствами не отмывали, он никогда не станет чистым. В чем проблема? Окна становятся черными. Мы купили вчера новые крышки, и они поврежденные, поэтому дым просачивается. Это можно отремонтировать? Но мы вчера только купили. Мы сегодня их установим. Хари Шаури говорит о каком-то художнике, иллюстраторе для книг, который хорошо рисует. Он рисовал для моих книг, значит, он должен быть первоклассным художником. Он сказал, что он закончит одну картину за 5 дней. Неважно, 5 дней или 10 дней, это просто должно быть сделано очень хорошо. Last night.
Обрыв записи. Мадхудвиша, он очень привязан к своим волосам. Он откажется от них, если вы скажете ему «нет». Он должен добровольно это сделать. Да.